Так, ребят, всем привет. Залогинился, ничего не было. Вот сейчас вылез мазер. Я просто сейчас буду сегодня на паузу делать видео между шагами. Сейчас посмотрим, что это за мазер, что он делает, как он себя ведет. И потом, если все нормально, все будет как по маслу идти, то мы будем его дропать. Так, он где-то между 4 и 3, получается, находится. Это значит, он тут. Да. Варпаем на аномальку, смотрим. Просто хотел показать вам полный процесс. Вот как бы как раз шанс выпал. Китайцы ушли. Он должен быть, по идее. Да, китайцы ушли в парагон. Эзотерия невозможно, в парагоне я тоже. Майзер, майзер, майзер. Варпает во сколько? В 20 или во сколько он туда варпает? Встает, получается, не сразу в разгон, потому что аномалька уже много вреков. Он только сейчас начал разгоняться, значит, он не разгоняется. Что может не радовать? Или может порадовать? Так вот. Так, отлично. Сейчас проследим за ним еще раз одну аномальку. Вот это сейчас он доделает. Так, ЦЦП. Запарили вы уже. Вот сейчас смотрите, какой баг будет. Видите, аномальки они сейчас не были. А сейчас они раз появятся, аномальки, куда можно варпнуть. А до этого нельзя было на них варпнуть. Проклятые разработчики. Так, Майзер, ты куда отварпываешь? Он полностью затанкован, потому что он как черепаха уходит в варп. Так, Майзер отварпал на пос. А что так? Почему так? Это нехорошо. Подозрительно, вот прям врубил, типа крабил, отварпал на сейф спот. Что за фигня? Так, смотрим, что происходит. Аномалик вроде в этой стороне нету. Ага, вот он был на посе. Он был на посе. Мне на Кипстар интересно. А, вот он прилетает. Очень медленно, значит полностью танкованный будет, понятно. Так, приварпает на сейф спот. Посмотрим, если не докнется. Если не докнется, то очень большой шанс, что он продолжит. Вероятно, там сейчас идут гуны или еще что-то. Не травы, он как бы Intel читал. Ладно, мазер не докается. Я тогда делаю видео на паузу, пойду другие моменты решать. Так, ребят, сейчас вот понаблюдал. Все, он начинает опять, видите, разгоняться. Тут заходил нейтрал. И он под тизер стал просто все. И он сейчас отварпал. Вот не заметил. Ну ладно. Я предполагаю на одну из этих Санша Хевенов. Ну да. Куда еще ему? Подождем, пока он там прилетит, приварпает. Флот собирать. Ну вот он, да, приварпал. Короче, я в 100 от аномальки, вот в 100. И он 120 от меня, значит, он в 20 варпает. Все, флот уже сейчас формится, сейчас начнем. Ну, сейчас там собираемся, короче. Так, ребят, тот супер докнулся. Ну, неожиданно раз докнулся и все, ушел. Я сейчас увидел в
другой системе, короче, супер появился и кара, которая корабль. Может быть, ее сейчас завалим. Посмотрим. Посмотрим. Тот супер, он по-любому крабище, потому что он у меня маркирован, как бы, как вот это он будет. Я их маркирую, как бы. Поэтому сейчас, наверное, просто надо подождать будет, и все. Все. Ждем дальше. Вот, как и говорили, короче, сейчас подождали, а Айо начал крабить. Все. На него, короче, сейчас пойдем. На сама. Как на рыбалку, типа. Кара тоже крабит параллельно, но Айон, конечно же. Намного вкуснее. Ты где, Айон? Ты что, издеваешься? Делаешь Айон? А, он арабалты делает. Ну да, сейчас будем смотреть опять, что на файтера скупнул только что были. Ну ладно, все. Опять паузу. Короче, непонятно, что он делает. Вот он раз, побыл там. Пять. Опять. Побыл там, гоняет он. А как он их делает, я не пойму. О, а что он этих мобов вот оставил? А, это вообще эти. И. Я попробую найти. Я просто не хочу опять пробки вытаскивать. Тоже сделал. Офигеть. Майзером делают болты. Ну, я как бы раньше видел, но что-то не придавал этому внимания. Э, баран, надо же пройти. Ну да, вот он где-то опять делает стилета, вот. Пробник. И, наверное. Так, окей. Я, честно, вот даже по этим болтам хрен понимаю. Сейчас мы попробуем, короче. Сейчас он что, будет тут, не будет, а то сейчас раз его не будет. Что у нас надо? Так. Вроде бы на болте его нашел. Вроде бы я реально вот сейчас. Он, наверное, может на этом или на том. А видите, он, наверное, на том. На подскане то, что. Ну это геморрой полный. Побыл там искать. Охереть. Так, опять он уже сделал, отварпал. Зараза.
Так, короче, она пробовала его и надоел он мне уже. Так, будем убивать, пробовать. I should light covert or hard sino? Covert first, окей. Okay. Hey, again he is again away. Он реально меня... Ну вот, да, типа я на него наварпал, как бы, но... Его нету. Ладно. Сейчас, наверное, рассмеетесь, вот нубас не может искать, но я его нашел, но... Он реально быстро туда-сюда. Okay, now again he has fighters out, I trying again. Warping 4.5 AU to warp. Again away, what the fuck? Yes, yes, he's belt routing. Ah, you mean this way? But how much time does he need for a belt? Some seconds? Okay, now I see him where he warped to. I'm warping. Get ready. Okay, guys, he's landing. Come on, baby, come on. Sign up, come. Sign up. Why is he jump out or what's happening? Fuck, he's jump out, yes? No, he can't. Fuck.
Короче, видели, да? Блять, ну ладно, в следующий раз. Сейчас еще раз цель поищем. Да, короче, вот он, и он запрыгнул сюда. Хотел показать другую систему.